английской премьер-лиги и Манчестер Юнайтед на... Дневной Манчестер и Людис. Значит, что команда никаких шансов не имеет на то, чтобы... Нан, Ник Хоптон, четвертый арбитр Дэвид. У ворот Манчестер Юнайтед. Поль Погба технично делает. Передача на Криштиану Роналду. Роналду! И здесь спасает свою команду. Ромейн Перо это был, по-моему. Да, это француз. Сейчас не позволил Криштиану Роналду забить. Но вот еще одна хорошая... Люк Шоу. Криштиану Роналду опустился. Криштиану Роналду можно попробовать пробить. Криштиану, что Джейден Санчо и Маркус Решфорд периодически меняют. Давлением заброс вперед на Криштиану Роналду. Мухаммед Салисуслем, но сам Казенхютель... Нарушение правил. Криштиану Роналду и саркастическая улыбка. Ральф Казенхютель мечтал о том, чтобы работать в Баварии, где уволили Карло Анчелотти. Но туда пришел Юб Хайнкес. И вот Томминей попадает в Бруно Фернандеша. Скид. Роналду мяч забирает. Криштиану Роналду убирает на замахе Мухаммеда. И всего, но оно не зафиксировано. Поль Погба. Поль Погба. Счет становится 2-0. До того момента, как боковой флаг не поднимает. Не забил. Опережает Дехея. Нападает. 1-1. И остается только руки в стороны. Манчестерскому клубу в этом сезоне не проиграть. Это Криштиану Роналду. Не было здесь нарушения правил. Но португалец остается на газоне. Бруно Фернандеш на Криштиану Роналду. Скидка на Криштиану Роналду. Роналду мяч принимает. Роналду бьет поворотом. Фрейзер Форстер отбивает мяч перед собой. Пихать, если говорить уже на таком футбольном языке. Нарушено. Бруно Фернандеш. Подача. И здесь что? Криштиану Роналду забивает. Не забивает. Еще один офсайд. Еще один офсайд. Еще один гол после офсайда. Ну, естественно, поддерживают всеми правдами Никси Лингард. Неплохо борется. Здесь Риоль Рам. Что, а вот Манчестер Сити купил, но они построили систему. Подача от Лука Шоу. Удар, поворот. Мяч далеко, штрафную отправляет. И отправляет его за...